бою. Внимайте саги о моей первой встрече с повелителем Муспельхейма. Впереди меня показались турсы, притаившиеся в засаде. Моя ярость обрушилась на них. Передо мной возник свирепый турс, пылающий огнем изнутри. Битва, согласитесь. И вправду воодушевляет. Хочу крови, безумия, криков!
Я расскажу вам о своей славной победе над Турсами. Тобой недоволен? Даже ты заплатишь кровью! Впереди меня показались турсы, притаившиеся в засаде. Моя ярость обрушилась на них. Не дав мне даже кровь вытереть с оружия, группа турсов застала меня врасплох. Мой рассказ, Валькирия. У меня их много. Скальды будут петь эту песню веками. Подвиги в бою. Пришлось мне как-то раз драться с тем, кто предал меня. Слушайте, я расскажу, как было дело. Вам не повезло. Преодолевай бой. Таков удел истинного воина. Thank you.
победа была за мной. И так будет всегда. Хочу крови, безумия, криков! Пришлось мне как-то раз драться с тем, кто предал меня. Слушайте, я расскажу, как было дело. Не повезло! Отдашь свою жизнь, но убьешь их! Победа была за мной, и так будет всегда. Расскажи о своей победе! Пришлось мне как-то раз драться с тем, кто предал меня. Слушайте, я расскажу, как было дело. Это должно быть. Ты заплатишь кровью! Yeah.
Победа была за мной. И так будет всегда. Хочу крови, безумия, криков! Я расскажу вам о своей славной победе над турсами. Он тобой недоволен? Я доливаю бой, Сави! Такого неизвестного воина! Впереди меня показались турсы, притаившиеся в засаде. Моя ярость обрушилась на них. Не дав мне даже кровь вытереть с оружия, группа турсов застала меня врасплох. Мой рассказ, Валькирия. У меня их много. И вправду воодушевляет. Расскажи о своей победе! Внимайте саги о моей первой встрече с повелителем Муспельхейма. Ярче!
Впереди меня показались турсы, притаившиеся в засаде. Моя ярость обрушилась на них. Вскоре передо мной возник свирепый турс, пылающий огнем изнутри. Битва, согласитесь. Не часто приходится видеть столь легендарные битвы. Посмотрим на твои подвиги в бою. Позвольте, я расскажу вам об одной из славных битв с моим хитрым братом Локи. Будущая жертва шла ко мне, и удар был нанесен. Thank you.
кончается мой сказ в славе и почете. И вправду воодушевляет. Хави! Все. Покажи мне, что я получу в награду. Это достойный выбор. Право твое. Прощай, владыка Асгарда.
Я расскажу тебе историю. Послушаем, как ты ее приукрасишь. Ха, какая досада. Я расскажу... Послушаем. Жду с великим предвкушением. Хочу крови, безумия, криков! Я расскажу вам о своей славной победе над Турсами. Впереди меня показались турсы, притаившиеся в засаде. Моя ярость обрушилась на них. Не дав мне даже кровь вытереть с оружия, группа турсов застала меня врасплох. Понравился мой рассказ, Валькирия? У меня их много. Скальды будут петь эту песню веками!
расскажи о своей победе! Пришлось мне как-то раз драться с тем, кто предал меня. Слушайте, я расскажу, как было дело. Победа была за мной, и так будет всегда. Посмотрим на твои подвиги в бою. Я расскажу вам о своей славной победе над турсами. Сложно должно быть. Ты заплатишь кровью.
Впереди меня показались штурсы, притаившиеся в засаде. Моя ярость обрушилась на них. Не дав мне даже кровь вытереть с оружия, группа турсов застала меня врасплох. Понравился мой рассказ, Валькирия? У меня их много. Не часто приходится видеть столь легендарные битвы. Хочу крови, безумия, криков! Позвольте, я расскажу вам об одной из славных битв с моим хитрым братом Локи. Будущая жертва шла ко мне, и удар был нанесен. Thank you.
Так кончается мой сказ. В славе и почете. Скальды будут петь эту песню веками! Расскажи о своей победе! Внимайте саги о моей первой встрече с повелителем Муспельхейма. Правильно должно быть! Заливай боль, Сари! Какого дел ты с Оказались турсы, притаившиеся в засаде. Моя ярость обрушилась на них. Передо мной возник свирепый Турс, пылающий огнем изнутри. Эта история согласитесь. И вправду воодушевляет. Хави! Сюда! Покажи мне, что я получу в награду. Это пригодится любому воину.
по праву твое. Прощай, владыка Асгарда. Тебе надо. Снова ты! До встречи. Мы точно виделись раньше. Верно, Хави. И в этот раз никого не пытаются убить. Спасибо тебе за спасение. Прошу, прими этот дар. Что ж, позволь поблагодарить тебя. Как голодные дверги могут так много гадить? Асы давно бросили нас. Но мы же их союзники. Они нас не подведут. Отрадно видеть. Уж Хави избавит нас от великанов. А кто потом избавит нас от Хави? Не уйдешь, пожалеешь. Чего ты? Приветствую тебя. Я Хави из Асгарда. А ты не бросаешься словами. Побольше бы таких.
Еще поговорим. Иди прочь. Мне некогда болтать. Что ты же спасешь нас, Хави? Правда? Может, Реда все это выдумывает? Ну, чтобы чем-то... Вот бы каждый с таким... О! Спасибо. Асы давно бросили нас. Но мы же их союзники. И мешаем. Они нас не подведут. Посмотри вокруг. Здесь столько сокровищ, что и не пересчитать. А в рот положить нечего. Что толку от вещей, если они не приносят счастья? Люди важнее всего. Что здесь было до того, как вы тут поселились? Казна. Когда пришли турсы, сюда послали воинов охранять ее. Как будто богатства могут быть важнее жизни. Мы пришли сюда в поисках защиты и остались. Вокруг несметные сокровища, а нам нечего есть. Вот это лучший из моих воинов. Мне нужно сделать пару изменений.
Держитесь. За тобой не следили. Чем в кузнице и в Альдивасгарде. Посмотрим, что дверги расскажут мне об Эйсе. Давай побеседуем. Ты из асов? Ты... Тебе здесь не место. Я лишь на пару мгновений. Лучше иди, пока стражники нас не заметили. Мне позволено говорить только с турсами и больше ни с кем. Тебе сюда нельзя. Лучше бы мне принять обличие турса. Я ищу великаншу по имени Эйса. Оно тебе о чем-то говорит? Говорит, что мне не стоит с тобой болтать. И никому не стоит. Ступай, а то оба угодим в переплет. Скорее уж в магму. Я ищу великаншу по имени Эйса. Оно тебе о чем-то говорит? Говорит, что мне не стоит с тобой болтать. И никому не стоит. Ступай, а то оба угодим в переплет. Скорее уж в магму. Тихо, это я, из Асгарда, помнишь? Что? Отличный морок. Локи научил. Передай, нам бы тут не помешали его уроки. Увы, мне пришлось запереть его в темнице. Приблизительно на 1000 лет. А скажи, зачем ты здесь? Не для того же, чтобы месить грязь с нами. Я пытаюсь найти Эйсу. Не знаешь, где она? Дочь Сурта. Я уже давно ее не видел. Но вот ее проклятые слуги глаз с нас не спускают. Знаю только, что она велит делать бассейны с магмой везде, куда приходит. Да, я сам видел. Она в них плещется. И, говорят, скачет из одного в другой. Просто замечательная весть. Эйса хитра. Если найдешь ямы с жидким огнем, она может быть где-то рядом. Значит, буду искать их. Я ищу великаншу по имени Эйса. Оно тебе о чем-то говорит? Говорит, что мне не стоит с тобой болтать. И никому не стоит. Ступай, а то... Ты трудишься так, словно ждешь смерти. Это Эйса вас подгоняет? Тружусь, и ее крысы не трогают меня. И кормят. Но не очень. Честно, я готова съесть тролля. Подозреваю, вас всех здесь сильно терзает голод. Не желаешь чем-нибудь перекусить? Работать на полный желудок будет легче. Мой дар поможет тебе утолить голод и, надеюсь, поднимет настроение. Чем мне отплатить за такую щедрость? Эйса наш с тобой общий враг. И сейчас я пытаюсь найти ее. Ха! Общий враг, это точно. Будь моя воля, от ее личика осталась бы одна головешка. Увы, Эйса не вернулась. Так что мечты не исполнить. И я не знаю, где она. Что ты можешь рассказать мне о ней? Подозреваю, ты хочешь с ней сразиться. Все верно. Тогда берегись.
Эйса исцеляет свои раны магмой невероятно быстро. И у нее вечно свежий слой магмы на коже. Хорошо, я учту это. Увидишь Эйсу? Передавай ей привет от меня, ладно? Нет, нет! Что за... Что? Эй, есть разговор. Хави? Это и вправду ты? Что ты тут делаешь? Ищу дочь Сурта. Ее зовут Эйса. Говорят, она тут часто бывает. Все верно. Она следит, чтобы мы трудились без устали. А для чего ей это? Кто знает. Эйса дает нам руду. Мы извлекаем металл. Потом его забирает Сурт. И все. Расскажи мне про Эйсу. В гневе она щедра на угрозы. Но если ее не злить, то, пожалуй, она не так уж и плоха. Следит, чтобы нас хорошо кормили и лечили. Здесь такое редкость. И где ее найти? Точно не скажу, но можешь поискать у печи. Уэйсы, доброе сердце. Для Турса. Что случилось? Отойди! Я вот-вот потеряю всю руду и голову в придачу. Ой, как скверно. Очень-очень скверно. Что ты делаешь? Тебя спасаю. Ну как ты, жив? Я твой должник. Эти великаны меня бы насмерть зажарили. Ты мне ничего не должен. Хоть мне и пригодилась бы твоя помощь. Моя? Но чем же могу помочь я? Надо остановить великанов. А, я слушаю. Эйса ваш надзиратель, верно? Мне надо найти ее. Знаешь, где она может быть? Нет, но точно знаю, что она пошла на восток. А еще она увела с собой моих работяг. Копателей. Может, она ищет руду. Ты мне очень помог. Прощай и удачи. Наконец-то! Как новое? Что бы я без тебя делал? Дай расцелую. Не стоит. Лучше подскажи, где я могу отыскать Эйсу. Эйса? Зачем эта великанша понадобилась асам? Мы тут с Суртом повздорили. Его дочь поможет мне все исправить. И как ты этого добьешься? Эйса еще детеныш, но у нее острые зубки. Как и у меня. Так ты знаешь, где ее найти? Увы, нет. Она доставляет для нас руду с Мюльны. Но с какой именно, не знаю. Наш кузнец, Гламник. Эйса забрала часть его рабочих. Обратись к нему. Но берегись. Слыхал я, бедолага недавно угодил в лапы к страже. Кажется, Эйса занята какой-то новой задачей.
Пока она поглощена ею, может стать легкой добычей. Ай!
Интересно, любит ли Эйса незваных гостей? Осмотри. Огненных великанов. Что ты тут ищешь? Не что, а кого? Одну девицу из Турсов. Говорят, она где-то здесь. Может, вы знакомы? Тоже дочь огня. Твоих лет. Зовут Эйса. А ее отец, как бы сказать, дерзкий глупец, возомнивший себя богом. Впервые слышу. Жаль, жаль. Раз так, то я тут задержусь. Огненные ванны выглядят заманчиво. Есть идея получше. О! Развернись-ка и уходи во свояси. И смотри под ноги. Разве так подобает приветствовать гостей? Не хочешь спрятать копье? Боишься, что я пущу его в ход? В этом я не сомневаюсь. А боюсь я, что тогда придется тебя убить. Не бойся, не убьешь. Положи оружие, Эйса. Не будем все усложнять. Как же ты...
не будем все усложнять. А как же...
Давай-ка обойдемся без побрякушек. О, нет. Злорадство асов. Да лучше убей меня. Послушай доброго совета. Придержи свой язычок до лучших времен. У Сурта такой игрушки не было, но и он не хотел падать. Значит, тогда, Вейтри, это ты? И что вы не поделили с моим отцом? Он украл мое дитя. Пусть теперь на своей шкуре ощутит, каково это. Шагай, я обменяю тебя на сына. Ты явно не знаешь моего отца. Твой сын, это Бальдер, верно? Отцу от него что-то нужно. А коли так, папенька скорее откажется от меня, чем согласится на обмен. Если хочешь вернуть сына, тебе понадобится что-нибудь поважнее меня. Ведь я всего-то его дочь. Просто пустяк. Раз так, то мне незачем оставлять тебя в живых. Эйса, мы нашли! Ой. Нашли что? Что вы нашли? Эйси не понравится, если... Эйсы здесь нет. Но есть я, Хави из Асгарда. Меня зовут Бурей Гнева, и ты не хочешь меня рассердить. Рельеф на стене. Эйси думает, он подскажет ей путь к древнему тайнику. Рельеф в пещере. Вон там! Пока Сурт жив, он будет держать моего сына в плену. Но как убить того, кого нельзя убить? Раз смерть над ним не властна, нужно найти другую его слабость. На стене, который искала Эйса, должен быть где-то здесь. Есть что-то интересное. Нужно понять, что именно. Символы альвов. Вот эти могут означать горы. Эй, ты! Можешь это прочесть? Я? Ну, могу попытаться. Я не особо-то хорошо разбираюсь в альвских рунах. Явно лучше, чем я, а больше тут никого нет. Там есть что-нибудь о древнем тайнике, о двери, тайном входе? Нет. Но вот тут сказано... Видишь? Две великих горы к северу. Вверху солнце и луна. И все?
Прости меня. Я простой землекоп, а не знаток древних надписей. Не за что, друг. Ты мне очень помог. Тайник где-то между двух высоких гор к северу отсюда. Надо поискать там.